Вот я связала сумку с длинным ремешком, с деревянной пуговичкой. Сначала думала вязать ее на продажу, но из-за того, что она получилась у меня не идеально, вот, например, низ скручивается. Конечно, я его отпарю, и будет уже нормально смотреться хорошо. Вот. Поэтому оставлю ее себе, не буду продавать. Но подумываю вязать на продажу. Внутри сумка пока такая, но я планирую сшить для нее подкладку. И будет, я думаю, очень даже симпатично смотреться пуговичка. Вот над этим клапаном я, наверное, 3 дня работала. Связывала, снова распускала. И так несколько раз, пока не пришла к тому варианту, который мне нравится. Так как узор я подбирала сама, поэтому получилось, ну и впервые, конечно, поэтому получилось долго. Ну, 3 дня, конечно, не все часы сидела, а каждый день по несколько часов. Сзади сумка выглядит так. Узор довольно-таки простой. Очень удачно здесь вот этот узор для пуговицы подходит. Очень здорово. Узор сумки начинала вот с этого узора. Долго-долго считала, рассчитывала, перевязывала. И в итоге продолжила так, как умею, так, как знаю. И что-то у меня получилось. Вот боковые детали сумки, этот узор, вот он. Вот она схема. Полотно выглядит более интересно, не плоско. Вот, вот так хорошо видно. Выглядит не плоско, а с интересным узором. Получается очень интересно. Вот в этом месте у меня пока получилось кривовато. Я думаю, может быть, здесь бусинок навышивать. А это начало узора, который вы видите здесь. Но нужно будет его скорректировать и полностью уже записать вот в этой моей тетрадке. Здесь у меня как раз есть страничка, где сумка. Вот место освободилось. Я тут постирала кое-что ненужное. Ага, вот здесь я этот узор запечатлела. Так, а это что? А это узор вот этот вот, вот этот. Это простой столбик без накида, но провязывается он не полностью в петлю, а за заднюю петлю. Кто знает, тот поймет. Снизу я так сделала и сверху. И тоже получается фактурно, интересно, необычно. Мне не верится, но я заканчиваю вязать платье. Декольте и пройму рукава решила делать, как я обычно делаю. Обвязываю сначала
столбиком без накида. И далее сделаю тоненькую такую кайму, узкую. Пока не знаю, еще нужно посмотреть, какие у меня есть узоры в наличии. Выберу и позже покажу. Даже не верится, что заканчиваю. Так здорово. Конечно, я примерю и покажу, как, что в итоге получилось. Как вот здесь обыграется, позже будет видно. Спереди сделала скос, а сзади решила не делать, так как примерила. И выглядит довольно-таки красиво, без скосов. Не знаю, я не специалист в вязании, в шитье одежды. Но мне думается, что так тоже очень хорошо. Потом покажу уже на себе, как это смотрится. Пройма рукава получилась очень красиво. Ну, пока все.